Слесарь! Руки ранены! За его руки! Ноги носки! Ноги! Лучше б ты за своим сынком смотрел, мент поганый. За кем? За Маратом. Уводите. Паша! Руки за... Ты не знаешь, где Марат? Если б ты чаще бывал дома, то знал бы, что он давно никуда не отпрашивается. Все, ухожу. Сегодня же. И это я слышу уже 100 лет. Выйду в отставку, еще всем надоем. С наркотой. Устал, да? Что, хочешь спрятаться в кусты? Или этих подонков крышевать? Ну что ж, напишу другой. Но уже вышестоящему начальству. Пиши. Пиши, пиши, хоть в ад пиши. Это не ты мне должен рапорт подать. Это я тебя должен из органов с треском и грохотом уволить. Но для начала... Посмотри вот это. Смотри.
своим сынком смотрел, мент поганый. Хотел, заморал. Заир, ты как будто первый год замужем. Такие посылки передаются без обратного адреса. Ты мне кассету дашь? Разумеется. Я тебе дам оригинал. А это ребята перекатали. Отпечатки не ищи, их там не было. Оригинал? Ты что-нибудь понимаешь? Я нет. А вот тебе нужно скорее понять. И чем быстрее, тем лучше. Понимаешь, нет у меня гарантии. Нет. Что не объявится еще какая-нибудь копия. Ты меня понял? Разве за всеми уследишь? Да и кто следить-то должен? Вот справка методиста. Марат Аюханов, 6-й семестр. Пропуски занятий, неуспеваемость, академические задолженности. Да, боюсь, что вот-вот станет вопрос об отчислении. Спасибо, Андрей Васильевич. Боже мой, за что? За информацию.
Слушаю. Ты можешь мне уделить 5 минут? Скоро я буду. Голову не морочь. Чем вы там занимаетесь? Здесь поговорить не дадут. Пойдем на волю. Скверно. Очень скверно. Кокаин тем и страшен, что дает самую сильную, самую стойкую зависимость. Слушай, откуда у твоего парня такие деньги? Кокаин отравление из дешевых? Или студентам повысили стипендию? Я с этим разберусь. Ты мне лучше вот что скажи. Как спасти парня? Судя по тому, что ты мне рассказал, он балуется этим полгода. Этого более чем достаточно, чтобы по уши втянуться. Но если всего полгода, то шанс еще есть. Хотя все зависит от физиологии парня. Недаром говорят, чтобы вылечить наркомана, нужно пересадить ему мозг. Да это еще не факт, что не начнется все сначала. Посмотри на него. Я могу снять с него ломки, облегчить страдания, ослабить тягу к зелью, но такого препарата, чтобы сделать человека полностью независимым, у меня нет. Да и во всем мире нет. За все деньги этого поганого мира. Ты думаешь, это выздоравливающий? Как бы не так. Но даже здесь они умудряются достать дозу. Для вида перед своими сверхобеспеченными папеньками и маменьками они отдувают здесь курс. Твоего парня нужно изолировать хотя бы на месяц. Но у меня такой возможности нет. А здесь ведь всегда найдутся добренькие сестричка или нянечка, которые получают за свой труд гроши. Или даже в лице лечащего врача, который получает чуть больше. Да и друзья с воли, не забывай своих бывших корешей. Не понадобится твоя помощь. Я тебе ее окажу. Мне нужен отпуск на 3 дня. Лучше на неделю. А что надумал? Мне нужно спасти парня. За 3 дня? За неделю? Потом объясню. Если получится. Ладно, валяй. Пришлю тебе помощника. Передашь ему текучку. Валяй, валяй.
Когда решил? Подожди. Что ты думаешь насчет кассеты? В каком смысле? В обыкновенном. Думаю, что кто-то нам хочет помочь. Помочь? В противном случае нас, скорее всего, меня стали бы шантажировать копией. Войдите. Здравствуйте. Меня Кузнецов зовут. Ну, имеется в виду эта фамилия, а зовут меня Николай. Можно просто Коля? Ну, товарищ полковник к вам прислал. Ну, это, помогать. Да. Ты что, меня смешить вздумал? Да какой он? Помощник. Стоп, стоп, стоп. Во-первых, ты не кипятись. Во-вторых, тебе по штату даже такого помощника не полагается. В-третьих, усади его за компьютер, в котором ты, к сожалению, не разбираешься. И в-четвертых, ты сам увидишь, что этому парню цены нет. И, наконец, в-пятых, ты еще ко мне со спасибом придешь. Ну, характер. Да. Ты кто? Ну, я же говорю, Николай Кузнецов, лейтенант, можно просто Коля, прислан к вам помогать. Ну, черт с тобой, лейтенант. Кузнецов, Николай, Коля. Потом разберемся. Подойди, сядь. Вот тебе, Коля, руководство к действию. Через 3 дня доложишь о выполнении. Вот тогда и вынесем приговор о служебном соответствии. Я постараюсь. Да уж постарайся. Полковник отрекомендовал тебя как электронного знатока. Видео понимаешь? Малость понимаю. А вот всю малость на какую способен. Постарайся извлечь из этой записи. Я постараюсь. Ты уж постарайся. Угу. Алик, привет. Аюханов. Да. Да нет, дело было по горло. Вот потому и звоню. В субботу? Хорошо. Буду. Буду с сыном, а с ним девушка. Ладно, пока. Как дела в школе? Дамир все время дергает меня за косы. Я ему говорю, что ты его посадишь в милицию. А он все равно дергает. Ты его посадишь? Он тебя сильно дергает? Не, так. Это он тебя любит. Это так мальчишки признаются девчонкам в любви. И за это не сажают. Как у тебя дела? Нормально. На субботу можешь отпроситься? Зачем? Собираюсь поехать на рыбалку. К Алику. Сегодня звонил. Уверяет, что скучать не придется. К дяде Алику я тоже на рыбалку хочу. У тебя в субботу контрольная. Не хочу на контрольную. Хочу с папой на рыбалку. Я тебя на каникулах возьму, ладно? Ну ты как? Я вообще-то на субботу кое-что намечал. А ладно, поехали. 100 лет не было у дяди Алика на его ухе. Я тоже хочу уху. Хочу тоже.
Ешь, у тебя в субботу контрольная. Вот и прекрасно. Тогда готовься, Настя. Слушаю. Субботу, рано утром. Понял, все будет готово. Вызывали, Митхат Тагирович? Леночка, присядьте, пожалуйста. Я просил вас зайти ко мне и, видите ли, по весьма деликатному поводу. Это, можно сказать, личная просьба и общественное поручение. Но предупреждаю вас сразу, вы можете отказаться. Я на вас нисколько не обижусь. Я вас слушаю. Дело вот в чем. Сын моего друга, одного из настоящих друзей, подсел на кокаин. Но это еще полдела. Скорее всего, его на кокаин подсадили намеренно. И подсадили с далеко идущими планами. Дело в том, что человек, о котором я говорю, как и мы с вами, вот уже 15 лет воюет с наркомафией. Воюет жестоко, бескомпромиссно, а главное, бескорыстно. Я не знаю, что за цели у людей, подсадивших парня на такой дорогой и сильный наркотик. Впрочем, догадаться нетрудно. Им нужен не сын. Им нужен отец, опасный для них человек. Теперь о деле. Вы сами понимаете, почему я не могу поместить его в клинику. Здесь нам вытянуть его из зависимости не дадут. Или, что более вероятно, просто уберут. Парня нужно поместить туда, где найти его будет трудно. Ему нужен будет уход. По крайней мере, хотя бы месяц. Вот я и подумал о вас. Но, повторяю, это не приказ. Тем более, что жить вам придется, скорее всего, в диких условиях. Я хорошо знаю моего друга. Так что подумайте над моим предложением хорошенько. Но ответ я должен получить не позднее завтрашнего утра. Ну зачем же ждать до завтра? Я согласна. Я знал, что вы умница. Тогда обсудим детали. Не слишком легко оделся? Да нет, папа. У меня свитер в рюкзаке. Ну давай, садись. Куда? Надо пассажира одного прихватить. На Цюрюк. Кого это? Так, девушку одну. Девушку? Ну да, девушку. Родственницу Алика. Она что, тоже на рыбалку? Нет, она должна кое-какие лекарства отвезти. А сколько ей лет? А я откуда знаю? Сейчас увидим. Алло.
Я Лена. А я Юхан. А я Марат, сын Аюханова. Ну что, поехали? Начальник, давай докладывай, что у тебя стряслось? И что это за сестренка у меня объявилась? Мне нужно спрятать сына на месяц. Надежно спрятать. Чтобы ни одна душа. Только ты и я. И еще сестренка. Кстати, она действительно сестра? Наркологической клиники. Да. Кажется, понимаю. Ну вот и хорошо. Надеюсь, в твоем хозяйстве найдется укромное место? Конечно, о чем речь. Ты же помнишь ту заброшенную лодочную станцию? Ну, где мы охотились на уток? На острове? Конечно, помню. Так вот, сейчас там никого нет. И сколько надо, не будет. Продукты я на днях заброшу. Обижаешь, начальник. Что я, двух гостей не прокормлю? Ладно, ладно. Миллионер нашелся. Конечно, не миллионер. Но не забывай, что я рыбак и охотник. И, кажется, неплохой. Ну, давай. По 20 капель за встречу. Можно и по 50. Пока молодежь не подошла. Как вы думаете, Лена, каковы у нас шансы на успех? Любые, кроме 100%, Закир Исмагилович. Скажу вам прописную истину, но это так. За месяц мы снимем у Марата зависимость, в какой-то степени нейтрализуем ее.
Но дальше все будет зависеть только от него самого. Ведь он начал принимать наркотик, будучи совершенно здоровым. А значит, у него есть физиологическая тяга к этому. И еще. Многое в лечении больного зависит не только от того, в каких дозах он его принимал, а еще от того, какие муки он испытал во время ломок. И как ни странно, чем страшнее они были, тем легче ему будет удержаться на плаву после этого. Я тебе дам испытать эти адовые муки, засранец. Как говорится, сам тебя породил. Когда начнется у него ломка, если лишить его кокаин? Все зависит от того, в каких дозах и с какими промежутками он его принимал. Это может быть от нескольких дней до нескольких недель. Сколько бы ни потребовалось. Значит так, Лена. Завтра ни на минуту не спускаем с него глаз. Ни вы, ни я. Еще. Как почувствуете, что ему нужна будет доза, мне подадите знак. Договорились? Договорились. Спокойной ночи. Пап, в конце концов, я в туалет хочу. Может, потерпишь, сынок? Не смеши, батя, мне на берег надо. Ну что, полегчало, сынок? Сам знаешь, пап. Не хватит моего спиннинга. Помнишь, в прошлом году какую щуку вытянул? Признаться, не помню, какого она была размера, но то, что глаз у нее был вот такой, это я помню. Ладно, мне пора, через 2 часа генерал на базу приезжает. Так что оставайтесь без меня, и у нас Марат рыбак опытный, и без добычи не останетесь. Провожу генерала, прикачу. Thank you.
Ты знаешь, чему твой отец посвятил всю свою жизнь? Ты это к чему? Откуда у тебя это? Батя, ты чё? Батя? Батя, ну ты чё, а? Я не буду ждать от тебя ответа. По крайней мере, пока. Потому что знаю. Начнешь извиваться, как червь, которого ты себе превратил. Ладно, потом поговорим. Когда, может быть, ты станешь человеком? Это, конечно, жестоко, что вы посадили Марата на цепь. Но, может быть, вы и правы. Во время ломок больные редко могут контролировать себя. К тому же здесь не клиника, где всегда наготове санитары. И все же я считаю, что держать его на цепи целый месяц бесчеловечно. К тому же через неделю он вполне сможет контролировать себя. Это я могу вам гарантировать. Вы говорите жестоко? А поставить под удар все, что было свято для отца все эти годы, это не жестоко? Вы знаете, с каким сатанинским восторгом воспримут те, кого я упрятал на многие годы за решетку и кого собираюсь туда еще упрятать. Весь о том, что сын их врага балуется самым изысканным, самым дорогим наркотиком. Откуда у бедного студента и кто поставляет ему? Конечно, отец. Откуда? Оттуда, откуда конфискует. Значит, попирает закон. Значит, плюет на него. И коту под хвост мое честное имя, которое я старался не запятнать все эти годы. Попадись он мне в ту минуту под руку, я пристрелил бы его из своего табельного оружия, как самого паршивого пса. Я вас понимаю, Закир Смогилович. Многие родители говорят то же самое. Но наш долг сейчас – помочь несчастному. А потом уже можно будет спокойно во всем разобраться. Решайте сами, когда снимать с него наручники. Олег вас будет навещать. И еще раз подумайте, вам здесь не будет страшно? Страшно? С одним больным? Да подежурили бы вы в нашей клинике. Это еще страшнее, чем психиатрическая больница. И потом, Марату сейчас потребуется много чистой родниковой воды. Его организм нуждается в основательной промывке. Завтра такая вода у вас будет. Только проследите, пожалуйста, чтобы эта вода была не из водопроводного крана. Об этом я позабочусь. Василий Егорович, здесь лейтенант Кузнецов на прием просится. Пусть войдет. Слушаю вас. Товарищ полковник. А? Товарищ капитан оставил мне кассету. Ну, чтобы я ее, разобрался с ней. Вот, и мне, аппаратура нужна. Какая аппаратура? Ну, хорошая. Ну, там, чтобы просканировать все это дело. И
Ну, поработать. А что, в тех отделе нет такой аппаратуры? Такой нет. А где есть? Такая? Ну? У меня дома есть. А, то есть ты хочешь поработать дома, да? Так точно, в субботу и в воскресенье. Так в чем дело, работай? Не могу. Почему? Дежурство на сутки. Гузель, Кузнецова на субботу и воскресенье подмените кем-нибудь. Ну, а что у нас с бумагами Аюханова? Все в порядке, товарищ полковник, разобрал. Разобрал? Угу. Молодец. Ну что ж, тогда свободен. Угу. Да. Дорогие ребята, сегодня у нас праздник. Сегодня у нас в гостях человек, которого мы никогда не видели, но давно знаем его. Не только знаем, но и постоянно чувствуем его заботу о нас. Это он нам подарил великолепный плавательный бассейн, а мебель в классах, спальнях – это тоже его подарки. А какие новогодние подарки? Одежду, обувь он нам прислал. И вот сегодня он сам пришел к нам. Дорогие ребята, давайте вместе, дружно поприветствуем нашего дорогого гостя, президента компании «Планета детства» Алексея Владимировича Селиверстова. Дорогие мои девчонки и мальчишки, я не умею красиво говорить, зато я умею строить красивые дома, школы, детские сады, больницы. Короче говоря, город, в котором вам всем в ближайшем будущем предстоит жить. А чтобы быть в нем счастливыми, вы должны, сами понимаете, хорошо и прилежно учиться. Но чтобы вы учились на высшем уровне, мы дарим вам целый компьютерный класс. Могли, он ждет вас в вашей классной комнате, которую наши рабочие отремонтировали по самым высшим европейским стандартам. Руза Исмагиловна вам потом его покажет. Еще, ребята, мы дарим вам всю эту технику, чтобы был веселым ваш досуг. А ребята сегодня вам приготовили прекрасный концерт в подарок. К моему глубокому сожалению, я не смогу не остаться ни на концерт, ни на праздничный ужин. Поверьте, у меня слишком много неотложных дел. Еще раз сожалею, но я вынужден вас покинуть. Ой, очень жаль, Алексей Павлович. В другой раз, Роза Исмагиловна, в другой раз, ребятки. До свидания. Спасибо. Лучше разберись с этим поскорее. И сам. Все. Что? Говори. Плохие новости, Алексей Владимирович. Две плохие новости. Ну, начни с худшей. Пропала кассета с досье на щенка медведя. Продолжай. Еще. Пропал сам щенок медведя. 2 дня его нет ни в университете, ни дома. Но мобильник не отвечает. Я тебе скажу то же самое, что ты сказал своему паршивцу. Разберись с этим по-быстрому. И сам.
Привет, привет. Как дела, малышка? Да, 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 да. Я соскучился, да. Ну чё? Да? Ну? После просмотра кассеты? Ну? У Алексея Владимировича. Помните, мы отошли выпить рюмочку коньяка? Кассета была в камере. Камеру, я не проверяя, убрал в сейф. А теперь ее там нет. Камеры нет? Да камера-то есть. Кассеты нет. Так, ладно. На просмотре были... 6 человек. Я, вы, босс, жена босса. Оператор и химик, то есть Виктор Сергеевич. Да из нас никто не мог. Ты не мог точно. Не мог, потому что если кассета не найдется, то я тебя зарою в фундамент гальюна, понял? Я не мог, потому что рядом с тобой меня зароет босс. Таким образом остается босс, его жена и оператор. Цезарь и жена Цезаря вне подозрений. Что, оператор? Да я ему все пальцы переломал. Бестолку. Да и не мог он. Сидел рядом, пил, закусывал. А твой сейф? Исключено. Там стоит датчик на движение. Я смотрел запись. Никто, кроме меня, к нему не подходил. Цезарь. Жена Цезаря. Химик. Ладно. Ну где же находится этот щенок медведя? Я велел прочесать соседей. Выяснилось то, что в субботу утром они уехали с отцом на машине. Похоже на рыбалку. Так может быть они действительно на рыбалке? Да если бы они были на рыбалке, если они были там, ну... Папик-то приехал один. Медведь был один, он уже на службе. А щенка этого нигде нету. Один, говоришь? Послушай меня очень внимательно. Если кассету я и смогу тебе простить, может быть, то щенка я тебе не прощу никогда, ты меня понял? Ищи его хоть на дне морском. Фас! Значит, один приехал. Ну, как он? Вечером сделала ему укол, сейчас спит. Ты не волнуйся, сестричка. Надо точно занять. К полудню у Марата начнется ломка. Это самое страшное для наркомана. К тому же у него сильный стресс, что отец посадил его на цепь. Сколько я знаю медведя, он всегда знает, что делает. Медведя? Да, медведя. Это у Закира кличка такая, среди блатных. Да и у сослуживцев тоже. Вы не смотрите, что он мал ростом.
Зато хватка у него бульдожья. То есть медвежья. Если возьмется за дело, доведет до конца. Схватит любого, кому наступит на хвост. Вот потому и ходит до сих пор в капитанах. Потому что не лизоблюд и не подхалим. Надо же, медведь. Да все, ты один? Угу. Что с кассетой? Я готов доложить. Давай докладывай. Специальное сканирование кассеты показало, что это оригинал. Кассета формата мини-DV с так называемой кассетной памятью. Мне удалось выяснить марку аппаратуры, с помощью которой производилась съемка. Это цифровая камера в Sony. Такие камеры, как правило, пользуются особой популярностью у частных сыщиков. Так вот, мне также через справочную службу удалось выяснить следующее, что в торговую сеть нашего города таких видеокамер поступило всего 3. 2 лежат невостребованными в магазинах «Эверест», 3-ю в мае этого года по дисконтной карточке со скидкой в 10% приобрел некто Сергеев Вадим Юрьевич. Угу. Начальник охраны Селиверстова. Откуда у тебя такие данные? Моя дипломка называлась «Система электронной защиты от взлома базы данных». Ладно, продолжай. Так, я узнал из интернета о существовании ночных клубов для избранных. Первый такой клуб под названием «Бизон» открыл в Челябинске в 1993 году некто Витас, гражданин Литвы. Коронным диджеем в его клубе становится некто Алекс, гражданин Голландии. С его приездом всегда ожидается поступление синтетических наркотиков экстази, ну, как их называют студенты. В духоте дискотек они вызывают эйфорию, длительное и активное сексуальное возбуждение. Ну, а обратная сторона – это разрушение печени, клеток мозга, ну и остановка работы сердца. Но самое страшное в другом. Самое страшное в том, что этот гражданин Алекс возит к нам станки и технологию производства наркотика экстази. Теперь по этим технологиям их можно производить на любой кухне. Вот этими наркотиками заполнены все клубы нашего города. Вот этот в частности. Все? Я готов ответить на дополнительные вопросы. Слушай, с чего ты взяла, что этот ночной клуб – филиал челябинского «Черного Бизона»? В интернете я взломал пароль сайта «Поваренная книга анархистов», на которой указываются все клубы «Черный Бизон» в России. Сопоставив информацию из сайта и видеокассеты, есть предположение, что съемки были произведены в уфимском филиале. К сожалению, на сайте не указываются адреса этих клубов, а на бармена из клуба не хватает базы данных. Молодец, Коля. Эта база уже моя забота. Алло, Ренат, это Юханов. Слушай, сейчас тебе подойдет лейтенант Кузнецов. Надо распечатать одну фотографию и разослать по всем участкам. Угу. И еще. Мне нужно досье на Селиверстова Алексея Владимировича. Да, можно по электронной почте. Ага. Давай. Я ненавижу его, ненавижу! Я подам на него суд по правам человека. И его также посадят на цепи, как он посадил меня. Ты дашь мне, сука, что-нибудь или нет? Я сейчас отгрызу себе руку и задушу тебя, как паршивую кошку. Волк или росомаха, попавшие в капкан, могут отгрызть себе лапу. Человек нет, у него нет таких зубов. Зато побольше здравого смысла. А уколов я тебе больше делать не буду. В противном случае, отвыкнув от кокаина, привыкнешь к морфию. Теперь сам бери себя в руки. Я все равно его убью! Или засажу на всю жизнь. И тебя, стерва, вместе с ним. За сговор!
Оказывается, твой отец был прав, когда сажал тебя на цепь. И прав он был, когда назвал тебя поганым щенком. Я? Поганый щенок? Он так и сказал? Да он хоть знает, что я придавлю его вот этими двумя пальцами. Я все равно это сделаю, как только выберусь отсюда. Если ты такой сильный, то постарайся сначала сладить с самим собой. Похоже, нашего медвежонка решили снять с крючка. Но ведь мы так много на него потратили. И он так много нам должен. Чтобы вот так взять его просто и отпустить. С крючка он сойти не должен. Я не знаю, как ты там будешь это делать. Ты понял? Цербер, я когда-то был против. Ставь задачу. Вот этого я от тебя и жду. А теперь... Слушай меня внимательно. Зернами шевели! Сюда иди! Ну что, дядя, будешь говорить? Где щенок медведя? Не знаю. Где щенок медведя? Где? На базе. На какой базе? Алло, шеф? Готовь 300 баксов. Я знаю, где щенок медведя. Мы нашли медвежонка. Прошлую субботу медведь увез его и какую-то девушку на базу отдыха МВД. И я подозреваю, что это была медсестра из наркологической клиники. Мы сейчас это выясняем. И если это так, то это может означать только одно. Медведь узнал, что сын наркоман, и решил вылечить медвежонка в индивидуальном порядке. Если так, то это значит не только одно, но и другое. А именно, что кассета каким-то образом преждевременно попала в руки медведя. И ты оказался у меня не Хаямом, поэтом бизнеса, а Амаром, его могильщиком. Что может извлечь медведь из этой газеты? Ну, если у него есть хороший эксперт, то очень многое. Цифровая запись дает большие возможности опытному эксперту. Тип камеры, время съемки, оцифровать и увеличить детали, вплоть до мельчайших, и уже с помощью них
искать ответы на поставленные вопросы. Но вопросы тоже надо уметь задавать. А медведь это делать умеет. Сколько времени потребуется, чтобы щенок медведя соскочил с крючка? Ну, все зависит от многих обстоятельств. Как выводить из зависимости, какими препаратами, сколько времени. Ну и самое главное, от желания самого человека либо снова сесть на крючок, либо окончательно с него соскочить. Да я не просил читать мне лекции. Я спрашиваю конкретно, сколько времени понадобится, несмотря ни на какое лечение, чтоб щенок отвык от кокаина? Ну, от того, на который мы его посадили долго, он будет помнить его всю жизнь, и каждую минуту будет готов снова сесть на крючок, я имею в виду поддаться на соблазн. Ну и что ты думаешь делать? Я уже отправил своих людей на базу. Они не дадут щенку сорваться. То есть они устроят ему этот соблазн. Но учти, мне не нужен его труп. Мне нужно, чтобы он крепко сидел на крючке. Все понятно? Свободны? Фамилия, имя, отчество. Мои документы лежат перед вашим носом, капитан. И в них все указано. То, что лежит перед моим носом, я прекрасно вижу. Но оно может вам совсем не принадлежать. И вы назовете в запальчивости совсем другое имя. Среди бела дня хватают человека, без всяких объяснений тащат в участок, еще подозревают в том, что он — это не он. Ну, во-первых, не среди бела дня, а рано утром. Во-вторых, вас никто не тащил. Вас вежливо пригласили побеседовать. Итак, фамилия, имя, отчество, год рождения, семейное положение, род занятий. Хорошо. Каширин Николай Павлович. 1979 года рождения. Холост. Бизнесмен. Имеется своя торговая палатка. Соки, пиво, сигареты, сладости. Ну и всякие мелочи. Поторгуйте сам лично? Зачем сам лично? Мой бизнес позволяет мне нанять работника. А чем же вы занимаетесь сами? А вы что, полагаете то, что в мою палатку товары по щучьему велению попадают? Я как белка в колесе кручусь. А по ночам? В каком таком смысле? В прямом смысле. Чем занимаетесь по ночам? Ну, тем же, чем и все. Иногда сплю с девочками, иногда один. Чаще, конечно, с девочками. Ну, тогда потрудитесь объяснить это. Может, это аспирин? Может, сатрамон? Представьте себе, это так оно и есть. Девушке тогда стало плохо с головой, и я вот ей дал таблетку с этим, с аспирином. А как же тогда с вашей легенды о мирной жизни по ночам? А разве человек не может подрабатывать? Это же законом не запрещается. Верно. Наш закон этого не запрещает. Но только тем, кто подрабатывает согласно этому закону. Вот ордер на обыск в вашей квартире. Мы поедем туда. И в присутствии понятых и экспертов по наркотикам мы проверим содержимое вашей аптечки. Вы согласны? Надо, зачем я это... Кто мог это снять? Ты его с ума сошли, что ли? Откуда я-то знаю? Да у нас даже мобильники запрещено вносить. А тут такое... Когда прилетает голландец? В среду. Московским рейсом. Тогда слушай меня внимательно. От тебя требуется только одно. Держать нас в курсе дела. И держать язык за зубами. Это потом тебе зачтется. А, понял. Договорились. Свободен. Пока. Проводи его через черный ход. Пусть не светится перед управлением. Ни ему, ни нам это сейчас ни к чему.
Аюханов, привет, как дела, брат? Здорово. Что, сломался, что ли? Термостат крепко. Сейчас, секунду. Вадим, давай срочно эвакуатор. Да, к фирме «Мир». Ага, шестерка белая, 394. Все, давай, счастливо. Пойдем, Аюханов. Круто. А платить за это? Ты сам собираешься? За это наша дружба, брат, давно заплатила. А ты сам знаешь, дружба, она за ценой не постоит. Ты что-нибудь знаешь про черную безу? Ночной клуб, что ли? Да не только знаю, я эту публику туда-обратно развожу. Богатый, я тебе скажу, ребята. А ты можешь мне его показать? Да без проблем. Но предупреждаю, даже тебе с твоим удостоверением туда не попасть. Да и вход туда после 24 часов. Ты мне его сначала покажи. А после 24 часов как-нибудь разберемся. Поехали. Тебе не надоело выносить за мной парашу? Не забывай, что я прежде всего медсестра. И это мой долг ухаживать за больными. Я тебе не больной. А вот вы с моим отцом преступники. Я когда-нибудь предоставлю вам такое же удовольствие. Когда-нибудь и мне, и своему отцу ты скажешь большое спасибо. Послушай. Я и сам хочу избавиться от этой дряни. Какой смысл держать меня на цепи? Позорить меня, будто я и вправду заразный щенок. Позвони отцу. Пусть передаст ключ. Послушай, ты действительно хочешь избавиться от своей зависимости навсегда? И тебя прошу в это поверить. Я и сам не знаю, как это могло случиться. Прошу тебя, как человек, позвони отцу. Зачем звонить? Ключ у меня. И Закир Исмагилович доверил мне воспользоваться им по своему усмотрению. И ты мучил меня целую неделю? Не неделю, а всего 5 дней. Thank you.
Здорово, командир. Меня Игорь зовут. Это Марина. Мы от полковника Кудряшова. Да, кстати, он записочку передал. Рекомендательную. Надолго? Ну, денька на 3-4 точно. А там как заладится, может и на недельку. Сам понимаешь, дело-то молодое. Подъезжайте вон к тому коттеджу. Ключей сейчас принесу. Ну, спасибо, командир. Спасибо. Из окна квартиры 9 этажа. Причины выясняются следственными органами, но по одной из версий трагедия может быть связана с употреблением наркотиков. Нашему корреспонденту удалось побеседовать с одноклассниками и друзьями погибших, и вот что они рассказали. Ильнур, выясни абонента с номером 8-917-46-53-342. Жду. Здравствуйте. Привет. На нашей работе меньше надо спать, молодой человек. Пробки, товарищ капитан. Да, записываю. Марина Валерьевна Шевцова. Угу. Ладно, найдем. Наиль, срочно нужны данные на Марину Валерьевну Шевцову. Если нет в нашей картотеке, то выясни через адресный стол. Кто, где, что. Короче, полную информацию. Давай. Привет, Гоша. Сегодня нужна твоя помощь. Нужно прихватить одного человечка и поспеть в аэропорт к московскому рейсу. Где прихватить? У управления не светись. В 15:00 он тебя будет ждать на остановке кондитерская фабрика. И все объяснит. Ну ладно, давай. А кстати еще, спасибо за жигуленка. Пока. Значит так... 15:00 на остановке кондитерская фабрика. Сядешь в такси синего света с номером 417 ОХ. Водителя зовут Гоша. И пропасете голландца с барменом от самого аэропорта до лежбища. А я займусь Мариной. Чувствую, девушка, она непростая. Я вас понял, товарищ капитан. Здрасте, я от капитана Юханова. Ну, раз так, тогда садись. Вас чувствуется профессионал. В тебе тоже. А в каком смысле? В том смысле, что ни одной бандитской рожи не догадаться, что ты в милиции работаешь. В милиции надо уметь не только по бандитским рожам бить. Ну ладно, ладно, не обижайся. Я уже знаю, а Юханов, кого попал, в помощники не возьмет.
за этим товарищем надо проследить. Не бойся, пацан, не упустим. С тобой рассчитались нормально? Ты не в обиде? Конечно, не в обиде. Столько сувениров куплю. Все ребята рады будут. Сейчас я тебя с одним человечком познакомлю. Еще больше довольным останешься. А вы уверены, что здесь нет камер наблюдения и нас никто не слышит? Ну, если моим людям жить надоело... Жить пока еще не надоело никому. Наступило время нам познакомиться с друг с другом, так сказать, лично. Позвольте представить нашего гостя из Голландии Алекса, выбравшего себе романтическую кличку «Летучий голландец». Алекс, вот моя правая рука Ратмир Наильч, тоже носящий не менее романтическую кличку Омар Хайям. Наш Омар тоже поэт. Даже книжку для детей написал. Ну. Далее. Виктор Сергеевич. По кличке Химик. Он отвечает у нас за качество продукции и всякие там опыты. Вадим Юрыч. Наш Цербер, что говорит само за себя. Правда, в последнее время он стал прокалываться, но вообще-то службу знает. Наш почетный гость из Средней Азии Суп по кличке Азиат. Ну вот. Кажется, все знакомы. Господа, я рад знакомству с вами и готов сообщить, что привез новую технологию производства препарата экстази. Наши производители поработали над тем, чтобы он не вызывал внезапный паралич сердечной мышцы. И он уже 100% апробирован в количестве добровольцев. А я, в свою очередь, хочу тебя тоже порадовать, что мы нашли для твоего товара хороший широкий рынок сбыта. Практически всю Среднюю Азию. И вот Юсуп, его полномочный представитель, это наш хороший, надежный поставщик товара с юга. Кстати, и за твой товар он будет платить хорошие деньги. Конечно, готов. Мои ребята ждут хороший товар и готовы платить. Ну, за улучшение качества продукции вот это, давай. И за расширение рынка сбыта. Мудро. Бармен встретил голландца в аэропорту. Доставил в ресторан Портофино. Голландец сюда вошел один. Разведка Гоши доложила, что он там пирует с начальством фирмы «Планета детства». Нет, не бармен, голландец. Бармен сидит в машине. Наверное, ждет голландца. Слушаюсь. Подождем. Товарищ капитан обещал прислать замену. Попросил чуть подождать. Звони капитану. Скажи, что замен не надо. Понял? Угу. Давай.
Здравия желаю, товарищ полковник. Садись. Здравия желаю, товарищ майор. Привет. Так, Закир. Вот с этой бумаги, я полагаю, начнет раскручиваться очень серьезное дело. И к нашему отделу имеет непосредственное отношение. Это рапорт одного из сотрудников ДПС. Закир, потом прочтешь. Рената Львов, доложите все коротко и по существу. Коротко и по существу это звучит так. 5 октября этого года на трассе Уфа-Челябинск при досмотре автомобиля «Нексия» были обнаружены вот эти предметы. Да, казалось бы, это обыкновенный ширпотреб. Не доведись бдительному работнику ДПС заподозрить неладное. Короче, водителя, перевозившего эти безделушки из Уфы якобы в Ташкент, задержали. А их, эти безделушки, передали нам на экспертизу. Так вот, экспертиза показала, что часть безделушек, обычно украшенных стразами стекла и халькопирита, украшена настоящими алмазами и изумрудами и прочими драгоценными камнями. И изготовлены эти безделушки высококлассным мастером, ювелиром. По почерку мы его определили. Это Семенов Юрий Васильевич, по кличке Ювелир, который вот уже 3 года, как фальшивый монетчик, содержится в колонии строгого режима. Так вот, косметичка, которую ты передал мне для экспертизы, изготовлена руками того же мастера, заключенного по кличке Ювелир. А что мы будем делать с Аликом? С Аликом? Алик, 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 Шмалик. А что тут думать? Все ясно, как божий день. Времени у нас мало, поэтому все сделаем по-быстрому и без шума. База МВД все-таки. Соблазнишь этого служаку и усыпишь. Ну и как ты себе это представляешь? Благодарность за предоставленный комфорт. Зайдешь к нему с бутылочкой коньяка и бульк клофелин. А что с Маратом и его сиделкой? Марат и его сиделка – это моя забота. Твоя тема – этот солдафон. Закир Исмагилович, доклад по Шевцовой. Так, Шевцова Марина Валерьевна, студентка 3-го курса журфака ВЭГУ, 1985 года рождения. Незамужняя, папа художник, мама домохозяйка. Так, братьев сестер у нее нет, но она единственный ребенок в семье. Но это не самое главное. Самое интересное заключается в том, что она является племянницей Алексея Владимировича Селиверстова по материнской линии. Так, так, так. Разыщи ко мне эту будущую журналистку и постарайся без шума доставить ее сюда. И чем скорее, тем лучше. Слушаюсь, товарищ капитан. Да. По какому вопросу? Выпиши ей пропуск.
Меня зовут Солоухина Людмила Васильевна. Присаживайтесь, пожалуйста. Я работаю гувернанткой и няней у детей Сильверстова Алексея Владимировича. Недавно я отправила вам кассету в ваше управление. Вы получили ее? Да-да, конечно. А что подвинуло вас на такой рискованный поступок? Как и многие в нашем сумасшедшем мире, я потеряла все. Сначала я потеряла мужа. Его уволили в чине подполковника и сунули ему в руки бесполезный сертификат на жилье. Мы остались без жилья и без работы. А у него не выдержало сердце. Хотя он всего лишь на 5 лет старше меня. Потом я потеряла сына. Он умер от передозировки наркотиками. Единственная надежда, которая у меня осталась, это надежда на то, что люди, которые подвергли нас этим испытаниям, чтобы они получили по заслугам, чтобы они подверглись таким же мукам, какие испытали мы. Только ради этой надежды я передала вам кассету. В тот вечер они так цинично говорили о детях, как о сырье для своего страшного бизнеса. Вы что? Вы знали, что они мой сын? Как? Я не знала. Откуда же мне было знать? Если там ваш сын, пожалуйста, постарайтесь вылечить его. Иначе мне очень жаль вас. Подождите. Я выпишу вам пропуск. И еще, Людмила Васильевна, как можно быстрее покиньте этот дом. Скоро там начнется очень серьезный переполох. Пожалуйста. Благодарю вас. Всего доброго. Мне кажется, что это все не началось с той вечеринки, на которую нас с Аленой пригласили ее однокурсники, филологи. Мы немножко выпили, пели под гитару, танцевали. Потом кто-то объявил белый танец. Алена не успела меня пригласить. Меня пригласила довольно симпатичная девушка. Во время танца она представилась мне Мариной. И вы не поверите мне. За те несколько минут, пока звучала эта медленная музыка, я влюбился в нее по уши. А про Алену я забыл. Как будто ее не существовало на белом свете. Я вдыхал аромат духов и косметики, который исходил от моей партнерши. И от неведомого мне раньше возбуждения терял голову. На второй танец я пригласил ее сам. Мне даже не было больно, когда Алена развернулась и покинула вечеринку. Помню, я даже
был рад в этот момент. С той минуты я словно присох. Намертво прикипел к Марине. Я тосковал по ней. По запаху ее волос. По вкусу ее губной помады. Я не мог уже и дня прожить без нее. А про Алену я совсем забыл. Я даже ей не звонил. И на ее звонки не отвечал. Это было какое-то колдовство. За этой Мариной я ходил как котенок. И если она не отвечала на звонки, я сходил с ума. И вот, она однажды предложила мне попробовать порошок. Я не смог отказать. Я попробовал. И это был непередаваемый взлет души и тела. А когда это было? Что это? Ну, когда ты впервые вдохнул порошок? Это было на новогодней вечеринке в прошлом году. Нет, Марат, мне кажется, это было гораздо раньше. Но я хорошо помню, когда это было. Ты что, мне не веришь? Да нет, я тебе верю. Именно поэтому нам будет легче тебя спасти. Мне кажется, я уже понимаю, в чем тут дело. Что ты поняла? Твоя Марина – подсадная утка. По чьей-то наводке или по своей инициативе она намеренно припудривала себя порошком кокаина, а также использовала этот порошок во всей своей косметике. И ты завис не на нее, а на порошок. И вовсе не по своей воле. Вот именно поэтому нам будет легче тебя спасти. Ты думаешь, они меня... Давай подумаем и поговорим об этом позже. В заповедном лесу пел березовый сок с ненаглядной пеуньей в саду. Ночевал. Не помешало? Да нет, что вы, я тут как раз все закончил. Вы присаживайтесь. Этого медведя и волка вы убили сами? С таким оружием это легко. Да, видно, таким и должен быть настоящий мужчина. А мой, представляете, собрался завтра рано утром на охоту, а сегодня после сауны нажрался, как последняя свинья. И какой из него охотник, правда? Да, у мужчин-то бывает... Да вы не расстраивайтесь, он к утру проспится и... Кстати, я ведь пришла поблагодарить вас за прекрасную сауну. У нее великолепный жар и замечательный бассейн. Ну, ладно, не буду отвлекать вас от очень серьезных дел. Вам наверняка завтра рано вставать. Чаю не хотите? Почему бы и нет? Неплохая идея. Кстати, друзья, которые не раз бывали у вас в гостях, говорили, что вы прекрасно поете под гитару. И если вы обещаете, что вы споете, то я обязательно останусь. Ведь у меня есть коньяк. И если вы не против, я обязательно схожу за ним. И Гриф еще не весь выжрал. Надо никуда ходить, у меня все есть. И я вам обязательно спою.
Да. Товарищ капитан, Марины Шевцовой в городе нет. Родители ее сказали, что она взяла академический отпуск по уходу за больной бабушкой и поехала в Давлеканово. Я связался с ребятами, там она не появлялась. Мне как, ее искать дальше? Не нужно искать Марину Шевцову. Я, кажется, знаю, где она. Ты лучше подготовь из архива все, что касается Семенова Юрия Васильевича, заключенного по кличке Ювелир, отправленного в Саратовской колонии строгого режима 3 года назад. Есть подготовить. Анни на лодочной станции. Молодец, работать умеешь. Я-то умею, посмотрим, как ты работаешь. Сколько у нас времени? Думаю, не меньше, чем до утра. Ты думаешь, или это гарантия? Это гарантия. Жди меня здесь. Да. Гоша, ты где? В районе Школьной. Везу клиента на мелькомбинат. Что-нибудь стряслось? Похоже, стряслось. Слушай меня внимательно. Высадишь клиента? Дуй на пост ГАИ в сторону аэропорта и жди меня там. Или я сам уже буду тебя там ждать. О чем речь? Давай.
Алик! 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 Я тебе целый день звоню. Жакир? Одевайся быстрее. Когда? 3 часа назад. Здесь кто-то был? Были. Да сплыли. Двое сами, но не сами. Давай заводи свой катер. Привет. Доброе утро. Утро? Ты знаешь, который час? Уже почти 12. А ты давно проснулся? Только что. Странно. Что странно? А ты как себя чувствуешь? Паршиво. Будто вчера смешал все питье вместе взятое и выпил его целый день. И я себя чувствую примерно так же. Это ты странно. И странно, что мы проспали с тобой почти до обеда. Алло? Ну, как вам сказать? Да. Ну, хорошо. Сейчас приедет твой отец. Что там у тебя? Да так. Впрочем, может быть, это хорошо, что приезжает отец. Вот, смотри. Откуда у тебя это? Я не знаю. Обнаружил ее в кармане. А ты случайно не... Ты думаешь, я тебе ее показал бы? Ты уж меня извини. Я, кажется, прокололся. Ну, понимаешь, бабы давно не видал, изголодался. Главное, интересно, не помню, было у меня с ней что или нет. Вырубился. Она как в насмешку записку оставила. На, возьми, может пригодится. Я не понимаю, кому и каким образом нас удалось усыпить. Ничего нового за последние 2 дня мы не ели и не пили. Продукты и вода у нас были те же. Нас усыпили ночью, как террористов, вместе с народом на Дубровке. А кто? Это, кажется, я тоже знаю. Твоя Марина. Да, она. Им нужен не я. Им через меня и Марину нужен мой отец. Слушай, Марат, а тебя тянет к этому? Еще как. Но кто-то мне от души посоветовал сначала справиться с самим собой. Вот я и держу себя за глотку. Я за тебя рада. А вот, кажется, и отец. Давай я ему сам все расскажу. Мне есть с ним о чем потолковать. Я тоже так думаю. Пойдем встретим их на берегу. Случайно не она? Как она у тебя? Работай. Я эту суку из-под земли достану и придушу вот этими руками. Ты эту суку мне оставь. Она мне еще пригодится. Пап, мне нужно с тобой поговорить. Я тоже так думаю, сын.
Прости меня, папа. Но поверь, я не по своей воле посел на эту дрянь. Лена тебе потом все объяснит. Вот смотри. Это подсунули мне в карман сегодня ночью. Я знаю, кто подбросил мне это. Я тоже знаю. Ты мне лучше вот что скажи. Ты способен оторваться от этой заразы? Я дал слово Лене. Дал слово самому себе. И даю его тебе. Я тебе должен кое-что сказать. Однажды, это было в середине лета, у меня кончился этот... Кончился кокаин. Марина не могла его достать. И она сказала, что если я сниму на мобильник твое новое удостоверение, она может кое-кого уговорить. Я снял твое удостоверение, пока ты спал. Это было выше моих сил, клянусь. Я рад, что все ты мне это рассказал. Я сам во многом виноват. Ты тоже прости меня, сын. Ты знаешь, пап, я хочу быть с тобой. В каком смысле? В том смысле, что буду бороться с ними. Вместе с тобой. Это очень опасно, сынок. Но ведь ты жив. Но я очень устал. Поэтому я хочу тебе помочь. Нет никаких сомнений, что это почерк того же мастера. Я говорила уже, какого мастера. И вот это. Вот это работа тоже того же мастера, ювелира. Помнишь, в прошлом году, когда ты мне на юбилей подарил букет ромашек? Я этот подарок получила от своего бывшего одноклассника, который некогда был по уши влюблен в меня. Он сказал, что эти камни прекрасно подойдут моим глазам и волосам. Это действительно так? Спорим? Я могу назвать его имя. Да, это Алексей Владимирович Селиверстов. Мой бывший одноклассник Лёшка. Подожди, Закир. Об этом гарнитуре пока никому ни слова. Я о нем умолчала, даже перед полковником. Нет, я ему вполне доверяю, но ты сам знаешь, вокруг него и нас столько ушей и глаз, а это может быть твоим главным козырем. Золотая ты женщина, Ренат. И почему я на тебе не женился? Потому что полюбил другую. Thank you.
Здравствуйте. Марина, можно вас на минутку? Мы разве знакомы? Заочно, да. Но я хотел с вами познакомиться очно. Моя фамилия Аюханов. Ты поезжай, я потом тебе перезвоню, не жди меня. Я вас представляла себе совсем другим. Каким же? Этаким широкоплечим, богатырем, настоящим медведем. Разочарована? Да мне вообще все равно. Спасибо за прекрасную ночь. Ваш почерк. При современных возможностях можно подделать любой почерк. Ну, Марина, вы ведете себя как ребенок. Может, вы станете отрицать, что не отдыхали в течение 3 дней на базе МВД? Ну, почему же не стану отрицать? Ну, что это меняет? А вот это? Что это? Я вообще впервые это вижу. А Селиверстов? Ваш дядя? Я всегда говорила, что все так плохо кончится. В принципе, этот дядя платит за мое обучение и практически содержит всю мою семью. Отец не хочет работать в коммерческой рекламе, пишет сюрреалистические картины, которые пока не вызывают ни у кого интереса, ни малейшего. Мама вкалывает за всех в клинике, поэтому я не смогла отказать дяде Лёше. Тем более, что к наркотикам он меня никогда не приучал, а просто попросил принять участие в эксперименте, применить косметику с наркотиками. Кстати, я без такой косметики теперь не обхожусь. Зима, она через кожу тоже достает человек. А вашего Марата попросил простить меня дядя Лёша. Ваш сын должен был привыкнуть к наркотикам. Не нужно, Марина. Я все это знаю. Марат мне все рассказал. Да я не первый год борюсь с этой заразой. Я прошу помочь мне. Вернее, не мне, а нашим людям, с которыми живем вместе. Буду с вами откровенен. Мой сын предложил мне свою помощь. Он что, не воспользовался? Нет. Мне кажется, он сумел себя побороть. Дядя Леша опасный человек. И мне кажется, бессмысленно с ним бороться. Ты хочешь отказаться от смысла своей жизни? Я? Нет. Но вы предлагаете спилить мне сук, на котором я сижу. Вот что я тебе скажу, Марина. Нет, я не предлагаю пилить сук, на котором ты сидишь. Мы его и так вот-вот спилим. Я предлагаю вместе с нами спилить это гнилое дерево и посадить свой сад. Ты будущий журналист. Я тебе дам столько материала. Как говорится, эксклюзивно. Только пиши. Я согласна вам помочь. Товарищ капитан, посмотрите, какой материал мне удалось раздобыть на Семенова Юрия Васильевича по кличке Ювелир. Семенов Юрий Васильевич осужден Калининским районным судом в октябре 2002 года сроком на 10 лет за изготовление и сбыт фальшивых ювелирных изделий, а также за изготовление клише для фальшивых купюр достоинством в 100 рублей. В ноябре того же года был этапирован в колонию строгого режима в Саратовскую область под городом Энгельс. Вот таким он был отправлен. А вот таким, судя по документам, он содержится ныне в колонии. Но это же... Да. Это совершенно разные люди. Вот смотрите, у осужденного ювелира голова шарообразная. У того, кто отбывает наказание, она яйцевидная, как дыня. Слушай, ты можешь мне все это распечатать? Будет. Черт знает, что такое! Ты хоть это понимаешь? Понимаю. Ну? Это ЧП федерального масштаба. Но наша служба тут ни при чем. Но тем не менее, надо ювелир объявлять федеральный розыск. Скорее всего, международный.
Да все мы здесь и при всем, и при том. Ладно. Доложу по инстанции. Прежде чем паниковать, пусть назначит комиссию. И пусть комиссия как следует проверит. И дай бог, какая-нибудь ошибочка закралась. Ой, не сносить нам с тобой потом головы. Не знаю, как тебя, а мне-то уж точно. Только не включай мне в эту комиссию. Это когда же я тебя включал в комиссии, а? Тебя включи. Потом греха не оберешься. Ладно, я пойду. Нам надо поговорить. Говори. Медведь послал запрос в колонию на досье ювелира. И не мне тебе говорить, какое досье он получил из Саратова. Какое досье он получил из Саратова? На двойника ювелира. И теперь он знает о подмене. Но ведь там, как ты заверял, свои люди. И они должны были при случае послать документы, какие надо. Ты сам знаешь, как сейчас всех везде перешерстили. И моих людей тоже. Но какие доказательства у медведя, что эту подмену совершили мы? Прямых нет. Вполне достаточно. Косвенных? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что тебе в голову сбрела блажь рассчитываться с этими азиатами по-барски. Шкатулками баснословной стоимости, сработанной ювелиром. И они его работу уже опознали. Твоих узбеков выловили вместе со шкатулками. И если они расколются, то след так или иначе выведет медведя на нас. Меня за хвост пока еще никто не держал. И вряд ли это кому удастся. У тебя все? Боюсь, что и этого достаточно. Не боись! Все, свободен. Слушай меня внимательно. Азиата срочно убрать, а Юханова ко мне к ноге, и не стесняясь, мордой по асфальту и ко мне. Понял? Все. Поехали. Угу, угу. Одну минуту. Товарищ капитан, бармен настаивает на встрече с вами, желательно не в управлении. И где же он назначает мне свидание? Место встречи он предлагает выбрать вам. Это должно быть безлюдное место. Вот как. Ну что ж, тогда соединяй меня с барменом. Он уже на связи. Ты где? Через 20 минут жди меня на Вражной. Там будет переулок слева от церкви. Все. Закир Исмагилович, мне кажется, что мы наступили на хвост очень опасным людям, и они будут огрызаться. Откуда ты знаешь, что они будут огрызаться? Хорошо, допустим, я насмотрелся всяких там фильмов про убойную силу. Но иначе зачем им назначать встречу в безлюдном месте? Потому что бармен не хочет засветиться. И мало ли кто из своих может увидеть его со мной. Товарищ капитан, можно я прикреплю к вам, вот, микрочип? Микрочип? Микрочип. Чтобы я смог отсматривать вас на компьютере, ваше месторасположение. В любой момент ты можешь это узнать через спутниковую связь. Если что-то случится, в первую очередь у вас отнимут мобильник.
Ты, пожалуй, прав. Давай сюда свой чипс. Угу. Сегодня ночью голландец проводит семинар для своих студентов по новой технологии производства экстази. Да это же червонец бармена. Вот сука, он мне всегда не нравился. Ладно, покуйте обои. Церковь сам разберется. Бульвар Славы, 19, второй этаж. Бывшая мазимейка. Спокойно, мир! Ребята, вы морду свои не прячьте. Я вас теперь из-под земли достану. Отсюда мусор, у тебя только два пути. Либо с нами, либо под землю на 2 метра, да под бетон. Вот оттуда и ищи нас, мент поганый. Ребята Цербера убрали азиата. Медведя повязали. У него была стрелка с нашим барменом. С барменом? Он что, лярва, ему мало платит? Да нет, платит ему немало. И добровольно бармен продаться не мог. Скорее всего, пропавшая кассета действительно попала в руки медведя. И тут посадил бармен на свой крючок. Пока не поздно. Убери Цербера. Выпусти ему кишки или пристрели, как поганого пса. Чувствую, как чувствую. Азиата нам не простят. Слишком крупной фигурой он был. Нам придется готовиться к большой драке. Так что будь начеку. А что делать с ювелиром? Может, его тоже в расход? Похоже, ты так и не пошел дальше стихов для детей и про слюнявую любовь для неудачников. Ну какой идиот отрубает себе золотую руку? Спрячь его подальше, чтоб ни одна живая душа, кроме нас с тобой, не нашла его. Он нам еще пригодится, ох, как пригодится. Куда доставили медведя? Он в офисе на лесном проезде. Под надежной охраной. Бармен там же? Там же, ну, естественно, мы их держим раздельно. Ребята ждут указаний. Указания будут такие. У меня через полчаса совещание в горсовете. Освобожусь, сам подъеду побеседовать с этим медведем. Пока его не трогать.
А если он... А если он не согласится на наши условия, сделай так, чтобы бармен завалил его. Хорошо. Я же все сказал. Я клянусь. Что тебе известно про голландца? Я сказал, что он приезжает. Что потом? Я сказал про семинар. У меня выхода не было. Выбор у тебя был, а сейчас у тебя выбора нет. Я тебе покажу, абонент недоступен. Давай быстро лети на бульвар, пусть химик прикрывает свою лавочку и предупредит голландца, понял? Давай. Дуй за ним, и пусть он сегодня ночует не в своей постели, а в сырой земле, понял? Это приказ босса. Я это, не бы... Договорились. Ну, понял. Все, есть. Товарищ полковник, тут это, мне кажется, что с капитаном Аюхановым случилась беда. Ну, нужно спасать тут. Так, стоп. Успокойся. Объясни толком. Ага. Товарищ полковник, можно мне к карте? Карте? Угу. Ну, ради бога. Значит так, в 11:30 по договоренности с барменом о встрече товарищ Аюханов оказывается вот в этой точке. В 12:00 на неизвестном транспорте он попадает в район лесного проезда. Подожди, как это? Попадает на неизвестном транспорте. Как это? Дело в том, что перед тем, как отправиться на встречу с барменом, я товарищу капитану вручил спутниковый жучок, чтобы мог отслеживать его на компьютере. В районе лесного проезда товарищ капитан уже находится около 3 часов. Товарищ полковник, надо спасать. Трофимов! Группу захвата на выезд. Срочно! Это и есть медведь? Если не такой уж страшный, что же ты меня на цепи держишь? Боишься, что ли? Ты знаешь, сколько дают за похищение милиционера? Я знаю, но это мне не грозит. Или ты идешь со мной, или пропадаешь без вести. Третьего не дано. С вами это куда? Разыгрывать на свету добродетель, а в темноте гробит свой же народ? Это туда с вами? Туда с нами тебя никто не зовет. Сиди на мелководье в свое удовольствие, лови наших ханык, но на глубину не заплывай, не забрасывай туда свои снасти. Таких, как ты, я душил. И буду душить еще более безжалостно, чем прежде. И это твое последнее слово? Последнее слово всегда останется со мной. Ребят,
удовольствием я тебя пристрелил. Ты заварил такую кашу. Тебе и расхлебывают. Завалишь медведя, решишь все свои проблемы. Ты меня понял? Развяжи его. Коля, если ты сделаешь эту глупость, у тебя никогда не будет шанса стать честным человеком. Дай мне пистолет. И у нас у обоих появится шанс. Светлая память легала. Ключи! Пойду посмотрю, все ли в порядке. Там, кажется, проблемы. Слушай, ты меня достал. Это теперь твои проблемы. Я же сказал, что последнее слово будет за мной.
полковник. Алло. Кир, ну я тебя поздравляю. У нас, кажется, все обошлось. Слушай, а хорошо эту кличку себе придумал этот голландец. Летучий. Слушай, у меня возникла идея. А не поехать ли тебе и хорошенько отдохнуть? У нас намечается шикарное дело. Какое дело? Расскажу все при встрече. Все, езжай и отдыхай. Будь здоров. Ну, давай. Вполне достаточно. Косвенных? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что тебе в голову сбрела блажь рассчитываться с этими азиатами по-барски. Шкатулками баснословной стоимости, сработанной ювелиром. И они его работу уже опознали. Твоих узбеков выловили вместе со шкатулками. И если они расколются, то след так или иначе выведет медведя на нас. Меня за хвост пока еще никто не держал. И вряд ли это кому удастся. У тебя все? Боюсь, что и этого достаточно. Не боись! Все, свободен. Слушай меня внимательно. Азиата срочно убрать, а Юханова ко мне к ноге. И не стесняясь, мордой по асфальту и ко мне. Понял? Все. Поехали. Угу. Угу. Одну минуту. Товарищ капитан, бармен настаивает на встрече с вами. Желательно не в управлении. И где же он назначает мне свидание? Место встречи он предлагает выбрать вам. Это должно быть безлюдное место. Вот как.
Ну что ж, тогда соединяй меня с барменом. Он уже на связи. Ты где? Через 20 минут жди меня на Вражной. Там будет переулок слева от церкви. Все. Закир Исмагилович, мне кажется, что мы наступили на хвост очень опасным людям, и они будут огрызаться. Откуда ты знаешь, что они будут огрызаться? Хорошо, допустим, я насмотрелся всяких там фильмов про убойную силу. Но иначе зачем им назначать встречу в безлюдном месте? Потому что бармен не хочет засветиться. И мало ли кто из своих может увидеть его со мной. Товарищ капитан, можно я прикреплю к вам, вот, микрочип? Микрочип? Микрочип, чтобы я смог отсматривать вас на компьютере, ваше месторасположение. В любой момент ты можешь это узнать через спутниковую связь. Если что-то случится, в первую очередь у вас отнимут мобильник. Ты, пожалуй, прав. Давай сюда свой чипс. Угу. Сегодня ночью голландец проводит семинар для своих студентов. По новой технологии производства экстази. Да это же червонец бармена. Вот сука, он мне всегда не нравился. Ладно, покуйте обои. Церковь сам разберется. Бульвар Славы, 19, второй этаж. Бывшая мультимейка. Спокойно, мир! Зря, ребята, вы морды свои не прячьте. Я вас теперь из-под земли достану. Отсюда мусор, у тебя только два пути. Либо с нами, либо под землю на 2 метра, да под бетон. Вот оттуда и ищи нас, мент поганый. Ребята Цербера убрали азиата. Медведя повязали. У него была стрелка с нашим барменом. С барменом? Он что, лярва, ему мало платит? Да нет, платит ему немало. И добровольно бармен продаться не мог. Скорее всего, пропавшая кассета действительно попала в руки медведя. И тут посадил бармена на свой крючок. Пока не поздно. Убери Цербера. Выпусти ему кишки или пристрели, как поганого пса. Чувствую, как чувствую. Азиата нам не простят. Слишком крупной фигурой он был. Нам придется готовиться к большой драке. Так что
будь начеку. А что делать с ювелиром? Может, его тоже в расход? Похоже, ты так и не пошел дальше стихов для детей и прослюнявую любовь для неудачников. Ну какой идиот отрубает себе золотую руку? Спрячь его подальше, чтоб ни одна живая душа, кроме нас с тобой, не нашла его. Он нам еще пригодится, ох, как пригодится. Куда доставили медведя? Он в офисе, на лесном проезде, под надежной охраной. Бармен там же? Там же, ну, естественно, мы их держим раздельно. Ребята ждут указаний. Указания будут такие. У меня через полчаса совещание в горсовете. Освобожусь, сам подъеду побеседовать с этим медведем. Пока его не трогать. А если он... А если он не согласится на наши условия? Сделай так, чтобы бармен завалил его. Хорошо. Я же все сказал. Я клянусь. Что тебе известно про голландца? Я сказал, что он приезжает. Что потом? Я сказал про семинар. У меня выхода не было. Выбор у тебя был, а сейчас у тебя выбора нет. Я тебе покажу. Абонент недоступен. Давай быстро лети на бульвар. Пусть химик прикрывает свою лавочку и предупредит голландца. Понял? Давай. Дуй за ним. И пусть он сегодня ночует не в своей постели, а в сырой земле. Понял? Это приказ босса. Я это, не бы... Договорились. Ну, понял. Все, есть. Товарищ полковник, тут это, мне кажется, что с капитаном Аюхановым случилась беда. Ну, нужно спасать тут. Так, стоп. Успокойся. Объясни толком. Ага. Товарищ полковник, можно мне к карте? Карте? Угу. Ну, ради бога. Значит так, в 11:30 по договоренности с барменом о встрече товарищ Аюханов оказывается вот в этой точке. В 12:00 на неизвестном транспорте он попадает в район лесного проезда. Подожди, как это? Попадает на неизвестном транспорте? Как это? А, дело в том, что перед тем, как отправиться на встречу с барменом, я товарищу капитану вручил спутниковый жучок, чтобы мог отслеживать его на компьютере. В районе лесного проезда товарищ капитан уже находится около 3 часов. Товарищ полковник, надо спасать. Трофимов! Группу захвата на выезд! Срочно! Это и есть медведь? Если не такой уж страшный, что ж ты меня на цепи держишь? Боишься, что ли? Ты знаешь, сколько дают за похищение милиционера? Я знаю, но это мне не грозит. Или ты идешь со мной, или пропадаешь без вести.
Третьего не дано. С вами-то куда? Разыгрывает на свету добродетель, а в темноте гробит свой же народ. Это туда с вами? Туда с нами тебя никто не зовет. Сиди на мелководье в свое удовольствие, лови наших ханык, но на глубину не заплывай, не забрасывай туда свои снасти. Таких, как ты, я душил. И буду душить еще более безжалостно, чем прежде. Это твое последнее слово? Последнее слово всегда останется со мной. Заварил такую кашу. Тебе и расхлебывать. Завалишь медведя, решишь все свои проблемы. Ты меня понял? Развяжи его. Коля, если ты сделаешь эту глупость, у тебя никогда не будет шанса стать честным человеком. Дай мне пистолет. И у нас у обоих появится шанс. Светлая память легала. Ключи! Пойду посмотрю, все ли в порядке. Thank you.
там, кажется, проблемы. Слушай, ты меня достал. Это теперь твои проблемы. Сказал, что последнее слово будет за мной. Алло. Кир, ну я тебя поздравляю. У нас, кажется, все обошлось. Слушай, а хорошо эту кличку себе придумал этот голландец. Летучий. Слушай, у меня возникла идея. А не поехать ли тебе и хорошенько отдохнуть? У нас намечается шикарное дело. Какое дело? Расскажу все при встрече. Все. Езжай и отдыхай. Будь здоров. Ну, давай.